Кондрат. Сережа, я готов, да. Давай, принципе, давай, давай. Если мне предоставят слово, то тогда я, конечно, это могу уже тут. У меня будет недолгое выступление, я мог бы сделать долгим, но я думаю, что это не стоит. Я почитаю свежее стихотворение на новогоднюю тему. «Бумажные снежинки», я назвал это. «Бумажные лепят снежинки дружно на окна народ, дети рисуют картинки, ведь скоро опять Новый год, елок прибавилась малость, огни на витринах и дверцах, новогодняя грустная радость для одинокого сердца. По скриптум, но звонит Танюша мне снова, а значит, не так уж хреново». Вот, новогодний. Хороший конец, молодец. Конечно. А я рад, что это делал не просто так. Новогодний выбор. Напились, подрались, потрахались, елку сломал обормот, днем помирали и маялись. Так провели Новый год. Но есть вариант поизящнее. Церковь, семья, хоровод. Выбор за вами, товарищи, как провести Новый год. И самый свежий стих, который буквально ночью сочинил, я даже скажу, как 13 января. Вот «Снежинки, бусы и шары» называется. «Ирония судьбы» — это название фильма. Да. Прошла ирония судьбы, куранты прогремели, снежинки, бусы и шары в коробку полетели. До новой будут спать пары, когда достанут снова снежинки, бусы и шары для счастья и задора. Я все. Спасибо.